Всех приветствую, продолжаем рассматривать работы художников. Сэр Джон Гилберт, английский художник, иллюстратор и гравер. Родился 21 июля в графстве Суррей в Блэкхите. И сам он научился рисовать. Его единственным официальным наставником был Джордж Лэнс. Опытный в нескольких техниках, Гилберт получил прозвище «Скотт» в живописи. Был наиболее известен благодаря иллюстрациям и гравюрам на дереве, которые он делал для Illustrated London News. Я цитирую Википедию, переводную. Первоначально Гилберт был подмастерьем в фирме агентов по недвижимости, но самостоятельно научился искусству, копируя гравюры. Он не смог поступить в школу Королевской академии, но освоил акварель, масло и другие материалы. С 1836 года выставлялся в обществе британских художников. Меценат Томас Шипшенкс и художник Уильям Малреди предложили ему научиться гравюре на дереве. Начав с панч, он перешел в Illustrated London News, создал впечатляющее количество гравюр на дереве, более 2000 для этого издания и для London Journal. Создал очень много иллюстраций к книгам, в том числе почти ко всем выдающимся английским поэтам, в том числе проиллюстрировал Шекспиру почти 750 рисунками. Стал президентом Королевского акварельного общества в 1871 году, выставил около 400 картин акварелью и маслом, выставленных в различных обществах. В 1872 году был посвящен в рыцари, стал членом королевской семьи. В 1876 году конкурс клубов эскизистов имени Гилберта Каррота был учрежден в 1870 году в школе искусств Сент-Мартинс и назван в честь его первого президента Джона Гилберта. В 1893 году он подарил коллекцию своих работ художественной галерее Гилдхолл в лондонском Сити. Умер 5 октября 1897 года, похоронен на кладбище Брокли. Все так вот немного из переводной Википедии о английском художнике, иллюстраторе и гравере сэр Джон Гилберт. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.